Эта игра вроде сейчас в скайпе, сейчас пройти попытаюсь. Туториал. Ну, давайте начали его. Что делать? Типа, а что происходит? Так. Стоп. Я понял, короче, не надо просто так нажимать. Сейчас. Нажимаю ребята, нажимаю. А что происходит? Почему я сливаю? Я же нажимаю, все правильно делаю. Что так? В смысле? Так, ну значит тут, короче, мод на трики нашел такой. Ой, надеюсь, хотя бы он будет сложный. Ну, попытаюсь пройти хотя бы. Надеюсь, он будет очень сложным. Хотя, наверное, как обычно, как всему, это комкуити, как Sky Easy. Не, ну его почти прошел, он очень легкий, вообще прошел, все, фигня. Когда наконец-то уже выпустят сложный мод на Friday Night Funkin'. Так, ну и вот 3D Night Funkin'. Стоп, как-то сыро. Мне кажется, тут можно кое-что доработать. 2000 years later. Не, ну вот так это вообще офигенно выглядит. Мод вообще крутой, надеюсь, он наберет просмотров на Банана Джемми. Хотя я его сделаю за 5 секунд на коленке, но надеюсь, он всем понравится. Ну, думаю, можно, конечно, еще доработать. Ладно, пойду делать следующий мод. И всем привет! Вы на канале Gamer Top 228. И мы играем во Friday Night Funkin. Но перед просмотром не забывайте подписывать, ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о моих новых супер. 2 hours later. Крутых видео. Я же, ребята, стараюсь над контентом, а вы вообще не лайков. Так вот, перед просмотром обязательно, как я уже сказал, ставьте лайки, потому что Boyfriend XF 3 часа ночи и сожрет вас. Поэтому обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Сегодня давайте попытаемся какой-нибудь уровень пройти, очень тяжелый, ведь я про. А перед просмотром подписывайтесь на канал Вайся Про 228. Он снимает очень крутые видео, и вообще это мой друг, и вообще... Он не заплатил за рекламу. Ну, ребята, давайте попытаемся пройти вот это, как его там, Вика 1. Давайте сейчас. Какой я про? Готовы? Вот видите, как я хорошо играю. Во! Тут просто, смотрите, секрет, надо спамить вот хорошо, и тогда ты хорошо победишь уже. А в смысле? Чё? Так, значит, вот опять я какой-то мод скачал. Да, короче, пофиг, я все равно его пробечту. Так, где там у меня одна кнопочка? Вот я уже на самом конце, и вообще сама игра за меня проходит. Круто вообще, топчик, очень круто, я вообще прошел. Так, вот я зашел, значит, в режим типа Friday Night Funkin' в Roblox, надеюсь, нормально. О, так, игрок уже, песня Пика, давайте. Пика, конечно, не оригинал, но и так нормально. Давайте, Что-то я не то, я пою. Не, ну Roblox как всегда топ. Мне кажется, Roblox даже круче, чем Friday Night Funkin' получился. Кто согласен, жмите лайк. Так, давайте попытаюсь пройти мод на Sky. Ну, пока вроде нормально получается, кликать-то я умею. А чё в смысле, чё с игрой? Чё не работает, чё так лагает? У меня чё зафисывает? Да вы снимаетесь нафиг. Я слил опять. Вот лагает вот очень сильно мой телефон. Он полный фигня. Вот и опять изящный. Не изящный, а легкий мод
на трики. Конечно, вот вообще изи. Чё так фигня вообще? Я ж точно очень быстро пройду его. Так, спидран по прохождению, поехали. Six and a half hours later. Я уже на финале, так давай-давай, я точно пройду это. Давай-давай, последний раз. И... Вы издеваетесь? Это вообще не смешно. Последний. И я слил. Да, блин. Давайте И всем да, ручки, и с вами Узбишка. Да, я появился только в конце ролика, потому что весь ролик был занят типами людей по Friday Night Funky. Надеюсь, вам понравился этот ролик. И, ребята, подгонесите, я хочу с вами немного поговорить. Ребята, вы заметили, что уже это 4-е видео подряд по Friday Night Funky? Да, другие игры будут. Через несколько роликов. И не через несколько, через один даже, наверное. И, ребята, скоро, в субботу или в воскресенье, у меня выйдет ролик-видео к моему новому треку. К треку «Год на говно». И раз вы досмотрите до этого момента, я вам расскажу, что это будет кавер на трек Ксенона «Год на говно». И молодцы, ребята, еще раз вам говорю. Дайте я вас спою немного из этой песни. Как тебе вот это говно? Как тебе вот это говно? Как тебе вот это? Как тебе вот это? Сейчас все раскидаю, бро. Ну, немного спел вам, надеюсь, норм. Ну что же, всем удачи, всем пока. С вами я, Ваня, блин, канал Бишк Гейминг. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Всем пока-пока.